2023 год, 21 марта. Сегодня речь пойдет о массаже, об отрицательных, значит, действиях массажа. 2023 yılı bugün massajın salbi tamamları toplumda yapacağız. Ребенок взялся гидроцефалия, посмотрите, очень сложная форма гидроцефалии, достаточно выраженная форма гидроцефалии, и получает массаж. Массаж получает у профессионала, но в итоге появляется вывих тазобедренных суставов, обоих сторон. Вывих тоже выраженный, поэтому вот сейчас я показываю вот этот случай. Вот на 3D режиме здесь видно вывих. Вот, где должен стоять головка, а где стоит. Поэтому, значит, массаж при таких случаях, у массаж у детей с органическим поражением головного мозга, у кого гидроцефалия, у кого микроцефалия, у кого на фоне нормы цефалии имеется гидроцефалия, или какие-то миостенические формы, или ДЦП, неспастические формы, скажем, акинетическая, аспастическая форма. Ну, там разного рода двигательные нарушения. В частности, нарушения, связанные с патологией мозжечка, все нарушения. Какие-то, скажем, метаболические нарушения. Это болезнь сереброгипертрофия, болезнь цинканавала. Все они должны получать массаж в виде выглаживания. Не надо вытягивать конечности. Не надо вытягивать, потому что сегодня у нас 4-й случай, который после массажа, значит, ребенок становится еще инвалидом со стороны, значит, суставов. Сейчас нам расскажу. Значит, bemorlarga gidrosefaliya, mikrosefaliya bilan, bolalar serebral parajligi bilan, demak, gepatoserebral distrofiya bilan yoki miyachani kasalliklariga bog'liq bo'lgan kasalliklar bilan bolalarda professional bo'lsa massaj qilayotganda faqat massaj silash shaklida bo'lishi kerak. Tortish, turli tuman davolash strukturalari bu bolalarda nimadagi bo'g'imlardagi boylamlar noto'g'ri va sust rivojlanganligi uchun sal noto'g'ri harakatda chiqib ketishiga olib keladi va chanoq son suyagida chiqiq hosil bo'ladi. Shuning uchun iltimos, massajga qiziquvchilar, massajga qiziqtiruvchi shifokorlar shu narsalarga e'tibor berib qo'yiladi. Просим тех, кто, значит, интересуется с массажом, или кто интересует наши медики массажами, пожалуйста, чтобы массаж находился в пределах поглаживания. Разного рода лечебные упражнения тоже иногда выводят тазобедренный сустав, потому что связки тазобедренного сустава у них недоразвиты. И даже самые осторожные движения могут привести к вывиху. Еще есть другое осложнение. Это трубчатые кости могут сломаться. Они такие хрупкие, из-за того, что у них обмен веществ нарушен. Они могут так и без никаких воздействий могут сломаться. Айнықса, найсымон сүйәгілер, сон сүйәге, сынып қолышымдар. Шын үшін, ұнақа боларды пақат, демек, сіләш шәкілді массаж қылыш керек. Шын үшін, бұ қалап тұрсы, тәге доктор жәріп олда қаландырлар. Бұ видеоролгілі көргенлер, барча болар шықа тапсын деп дуа қойылар. Сделайте хорошее пожелание, что наши дети все выздоровлись. Дай Бог всем выздоровление. Аллах әмеге шықа берсін.